закурим? Благодарю. Спички на память. Давай. Тебя. Стопэ. Сгоняй к цветочной. Зачем? Возьми букет алых роз. Какой букет? Пошел. Алло, Геруш. Герман. Да. Куда пропал? Светлое будущее, первый шаг сделал. Погоди, я марафет тебе не передавал. Миша, какой ты приземленный. Водилу за цветами отправил, мне нужно в одно место по дороге заскочить. Какой заскочить? Дуй сюда, быстро. Быстро. Сказал же, мне надо. У тебя есть ровно 15 минут. Или на трамвайчике почешешь светлое будущее. Послушай. Миша, я 5 лет на нарах чалился из-за тебя, кстати, тоже не для того, чтобы ты, гнида, со мной сейчас так разговаривал. Услышал? Услышал. Когда будешь? Буду, когда буду. А, стой, подожди. Жду. Дури моя башка. Ты водителю лавы закинь там с учетом моих вкусов. Потом разберемся. Вот цветы. Ну, хвалю. Скажи, а на Маяковке салон открыт еще? Конечно, самый топовый. Ну, погнали. Hello, did we meet before? Алка. Что, не ожидала? Откуда ты здесь? Привет, привет, сестренка. Меня за бешеные деньги пригласили в один поговорительный проект лицом торгануть. Речь толкнул, денег поклянчить. Но я и подумала, пока влечу ведяной шарик, нужно к сестренке заскочить. Иди ко мне. Я так рада. Что мы стоим? Проходи, проходи скорее. А ты, слава богу, без своего дурацкого парика. Ну хватит, ты мне его сама подарила, сказала с подиума. Да, благотворительный вечер за большие деньги, ага, это смешно. Скажи, давай иди ко мне. Так, это сюда. Моя. Я заставила организаторов перечислить часть моего гонорара в детдом, причем любой. Ну и отчетик мне, потому что мы о вашей коррупции наслышаны. Так, а мы это кто? Американцы, детка. Самые настоящие. А, понятно. Ах, красиво вы живете, да. И стильненько, но тесновато. Миллионерша из трущоб. Нет, это, конечно, не ваш особняк, но нам трешки с головой. Ты на сколько приехала?
Слушай, ну ты правда, как в этом анекдоте про тещу. Мам, вы что, даже чаю не попьете? Дуреха, прекрати! Я почему спрашиваю? Просто Борька с Иришкой махнули к Шумаковой на дачу на 3 дня. А что это значит? А это значит, что мы можем завалиться с тобой в спальне со сплетнями обо всем. Боже, какая ты у меня красавица. Сама ты красавица. Но не веселая. Давай-ка настроение поднимать подарками, а? Давай. Тебя ничего не меняет. Ты как была торнадо, так и осталась. Я-то понятное дело, но как тебя Алекс терпит? А у него выбора другого нет. Его гонорары сейчас по сравнению с моими копеечки. Копочки. А еще, ты знаешь, у меня сейчас с ним разногласия. Все очень непросто. Так. Подожди, ты куда будешь? Я вообще без него проснуться не могу. Сейчас смотрю. Да. Так что там с Алексом? А давай не сейчас. Это тебе костюмчик к отпаду просто, прямо с подиума. Спасибо. Надеюсь, наденешь когда-нибудь. Можешь примерить, кстати. Скидывай свое это, неглиже. Ладно. Так. Это нашему Боре. Так, это штаны спортивные. И пайта тоже Боре. Черт. Блин, такую красивую куклу купила и забыла ее положить. Ничего страшного, у нее этих кукол. Маш, ну как? Оставить ребенка без подарка? Тем более тетя из Америки приехала. Ладно, я что-нибудь здесь куплю. Зачем ты эту фотографию повесила? Как вспомни, сколько мы с тобой в Рио-отеле и апартаментов выбегали. А какими глазами на нас тот жирный интерполовец смотрел? Ты помнишь? Сюморил еще. Я по затылкам людей еще не разыскивал. Ну, радует одно, хоть Рио посмотрели. Да, это радует. Костюмчик прекрасный, но маловат. Вот. Сундучок к паричку. Слушай, мне правда очень жаль, что я устроила тогда дикий кирпич из-за этой фотографии. Подумаешь, мужик, подумаешь, девчонка. Ну, правда, у Алекса в этой фотосессии куча таких пап и дочек. Теперь я точно уверена, что это не он. Это он. И Катюша. Давай в ванную. Дверь направо. Чистое полотенце в комоде. Шуруй. Вот так, Катюша. Такая у тебя тетя Алла. Опять добегались. Доброе утро. Доброе. Прибегала, смотрела, все ли у нас готово. Сказала, главный сюрприз только по ее команде. Угу. Красота. Тогда придется подчиниться. Подчиниться. Балуете вы ее. Спасибо. Угу. Thank you.
Мне кажется, моя Алиса заблудилась в зазеркалье. Мирабель, день рождения отменяется. Каталина пропала. Выбрасывайте все в океан. Мне не нужны никакие подарки. Ну и что вы там забыли, маленькая сеньорита? Днем рождения, папочка. Спасибо. Очень оригинальное поздравление. Но я рассчитывал, войдя в эту комнату, увидеть маленькую принцессу в сказочном платье. А не лохматую зверушку в пижаме. Иди ко мне. Как ты себе это представляешь? Я же в смокинге. У меня есть секретик. Папуль, ну пожалуйста. Я тебя жду. Опа, ну. Ой. Ну, рассказывай свой секретик. Понимаешь, мне не нравится это платье. Я понимаю, что Мирабель его шила целую неделю, но... Но она старалась. Ты же хотела быть принцессой. Ну, я передумала. Ну и что же ты наденешь? А давай будем в пижамах. В пижамах? Неожиданное предложение. Тебе не нравится мой смокинг? Очень нравится. Ну, вроде у тебя свадьба с Филоменой. При чем тут твоя учительница? Папочка, это я так, например, сказала. Хотя, когда ты заходишь к нам во время уроков, она прям забывает, что говорила. Ну, что у нее короткая память? Придется поискать кого-нибудь другого. Нет. Она просто в тебя влюбилась по уши. И наряжается каждый день, как на сцену. Да-да. А ты с мамой тоже был в смокинге на свадьбе? Нет, смокинг я надел только для тебя. Потому что, если мне не изменяет память, ты хотела, чтобы мы устроили бал. Я-то вообще праздника не хотел. Папа, ты куда? Надевать пижаму. Честно? Представляю лицо Мирабель. А давай мы ее тоже заставим переодеться в пижаму. Так. Давай? Еще одно слово. Все. Ура! Пижамная пати. Класс. О, привет, привет. А ты чего не позвонила? Ух ты, еще и навьючилась, как верблюд. Муа. Могу я хоть когда-нибудь почувствовать себя нормальной женщиной? А где мужская сила? Уже помчал покорять сердца тинейджеров? Не, у него сегодня выходной, неважняськи себя чувствует. Что случилось? Ты вечно так пугаешься, когда с Глебом что-то происходит, что меня всегда съедает зависть. Ни Денисов, ни мама никогда так не переживают по поводу моих чихов. Чихи? Грипп? Слушай, мы это за неделю не съедим. Вот зачем столько? Что с Глебом? Слышу голос шефа. Приветствую. Привет. Зачем столько продуктов, а? Ты выглядишь действительно паршиво. Да. Траванулся немного. Вот теперь мутит, и голова как будто не моя. А чья голова? Чья? Твоя. А я тебе говорила, не ешь всякую гадость в столовке. Так нет, после каждого эфира мчишь туда, как из голодного края. Вот тебе и результат. Это еще хорошо, что сегодня прямого эфира нет. Стаканчик подай, пожалуйста. Мальчики, девочки, а никто не забыл, что сегодня в лоно семьи возвращается дед, муж, отец по фамилии Денисов. Иван. И тесть по совместительству. Тем более. Да, и между прочим, мы изголодавшиеся на этом кинорынке. Ой, в Каннах не голодают. Юмористка. А ты не отвертишься. Праздничный ужин с тебя. Вон, тем более, какое у тебя подспорье под рукой. А ты позвони матери. И скажи, чтобы она вернула внучку взад. Слушай, а правда, что Субботина будет у тебя в эфире? Слушай, она приезжает на какой-то очередной благотворительный бал почетным гостем. И твой папа обязал ее выдать мне. На растерзание. Ой, была бы моя воля. Я ненавижу эти слезливые истории.
Ну, правда, я была бедная, несчастная, униженная, обездоленная. А потом в какой-то момент появилась прекрасная фея, и Золушка сразу превратилась в принцессу. Хм, ну, так оно и бывает. Только все забывают упомянуть, что обычно эта фея мужского пола. И в кошельке у этого феи 1 000 000 мертвых президентов. Хм, а ты у нас, конечно, сама доброта. Ладно, все, дорогие мои, я ушла. Как? Ретируешься? Нет. Просто еду за твоим отцом. Отпустила его водителя. Ну, решила сделать сюрприз. Да, а то я лишена звонков. Всю неделю плохая связь. И получаю лишь одно сообщение. Скучаю. Пока. До вечера. Пока. Пока. Эх, голову на отсечение даю, повезет Денисова в квартиру. Ну, конечно. Недаром она там 2 дня пропадала. Mm-hmm. Берин, наверное, сбивала. Mm-hmm. Я думаю, наши полуфабрикаты тоже могут подождать. Ну, принимается. Только давай сначала хотя бы мясо в холодильник определим. Ты неисправима. Что там уже расколотил? Ничего тебе доверить нельзя. Начинается. Ну, хватит тебе артист больших и малых. Давай, поднимайся. Глеб, ты меня слышишь? Глеб. Ну, хватит. Глеб. Ну, Глеб, хватит. Да, ты прекрасный актер. Глеб. Глеб. Глеб, слышишь меня? Ну, прекрати, хватит. Глебушка, ты почему не дышишь? Глебушка, я прошу тебя, не пугай меня. Посмотри, пожалуйста, на меня. Глеб! Глеб, не молчи! Глебушка. Аглая! Нелла Дмитриевна, подождите! Нелла Дмитриевна, Глеб без сознания! Я не знаю, что делать! Я... Глеб! Я... А как ты здесь оказался? Я пошла дверь закрывать. Слышу шум, прибегает у без сознания. Глеб, ты помнишь что-нибудь? Что я тебя люблю. Очень. Только не пугай меня тогда так. Больше. Ничего не случилось. Паш, я устала тебе объяснять. Прыжки со второго этажа – это очень опасно. Ты же можешь себе что-нибудь сломать. Или вообще разбиться. Тебе мало того, что ты в прошлом году 3 месяца провалялся в больнице. И потом, она ведь этого не оценила. Кто не оценил? Паш, весь интернат знает. Катя красавина. Она ж длинная, как цапля. И нос у нее, как у Буратины. Но цветы на клумбе в день рождения для этой Буратины ты оборвал. Ладно, доедай пирог и в класс. И чтобы больше, без всяких прыжков с высоты. Угу. А может быть, перед нами жадно доедает пирог новый Бубка? Здрасте. Давай, до свидания. До свидания. Но Бубка взлетал вверх, а не камнем падал вниз. Здравствуй, Герман. Ольга Викторовна, я у ваших ног.
Ну, наконец-то. Здравствуйте. Решил все-таки навестить свою пиковую даму. Пиковым стала я с вашей легкой руки. Не могла же я не увековечить свою ангелоподобную любовь к Александру Сергеевичу. Это вам. Прошу. Герочка, боже мой, это ж так дорого. Не надо было тратиться. Ничего не может быть дорого для вас. Присаживайся. Как же я скучала, Геруша. Я тоже. Ни звоночка, ни слова. 5 лет. Вся эта работа под прикрытием. Задание особой важности. Я горжусь тобой, мой человечек. Что же это я расслабилась? Давай мы сейчас с тобой будем пить чай. Я только заварила. Кстати, с любимым пирогом. Твоим. Черничным. Ольга Викторовна, простите, ради бога, я должен идти. Ну как же? Ну, простите, правда, службы. Я вам обещаю, я честно ненадолго и очень скоро вернусь. И мы устроим пир на весь интернат. Договорились? Мне как маме приходится только соглашаться и ждать. Вы и есть наша мама. До скорого. Быть бы тебе, Геруша, актером. Большим. А не варьем. Слава богу, выпустили. Зачем я только полночи не спала? Корону надела. Старалась, только всего приготовила. Сама нарядилась. Я думала, будет бал, будет красиво. Будет сидеть король, принцесса. А что изменилось? Вот король. В пижаме? Хочу тебе сказать, короли себе могут позволить все. А ты пижамная принцесса? Да. Ага. Хотя, я не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто я такая была утром, когда встала. Но с тех пор я все время то такая, то всякая. Словом, какая-то не такая. Вот так. Мне кажется, что все это ненормально. А где сейчас вообще найти нормальное? Нигде. Ответил кот. Угу. Какой кот? Нормальных не бывает. Угу. Все такие разные, все такие непохожие. Угу. Это мне кажется нормально. Значит так. Я в этом дурдоме работать не собираюсь. Сеньор Фойга, с вас расчет. Плюс за 2 недели вперед, пока я работу в поселке не найду. Нет. Мирабель, милая, это не сумасшедший дом. Это же книжка «Алиса в стране чудес» про странную девочку. Я просто говорила ее словами. Не обижайся на меня. Папочка, скажи. Это все потому, что твой отец тебе во всем потакает. Нет. Это со стороны кажется, что папа мне потакает. Но это не так. Он меня просто очень-очень любит. Мой отец меня тоже очень любил, но так не баловал. Мирабель, папа меня любит двойной любовью. За себя и за маму. Но никто же не виноват, что она умерла. Правда, пап? Пап, правда? Правда. Так... Мне кажется, пришло время подарков. Или вы решили, что я старик? И они мне не нужны, а? Ты старик? Да. Не смеши меня. У вас прекрасная дочь. Такие дети рождаются только от большой любви. Мирабель! Угу. Досчитай до 5 и включай. Да. 1, 2, 3, 4... 5. Папочка, с днем рождения! Ура! Ой, сиди смирно, ты же сюрприз! Па-
папочка, с днем рождения! Я тебя люблю! Почему ты так смотришь? А? Посмотри, какая она хорошая. Мне кажется, мы давно договорились, что пока ты не станешь взрослой, мое слово для тебя закон, чтобы в доме не было никаких собак. Папочка, я не могу забыть твой рассказ, что когда ты был маленьким, у тебя была собака, которую ты очень любил. Но она сгрызла туфель твоего папы, и тогда он очень разозлился и сдал ее в приют. Он разбил твое сердце, правда? Эту красотку тоже сдали в приют. Соседи Мирабель. И мне нравилось, что она по ночам храпит. Представляешь, какие бессердечные. И когда Мирабель мне это рассказала, я решила, что нужно вернуть счастье и тебе, и Храпуше. Да, Храпуша? Пап, я хоть немножко тебя порадовала? Очень. Правда? Правда. Будем храпеть вместе. Я очень рада, папочка. Храпа, со мной. Храпуша. Спасибо вам за доброе сердце, сеньор Флэго. Пойдем, я покажу тебе свою комнату. Может, и вашу собаку кто-то добрый забрал. Храпуша, за мной. Мою собаку не сдали тогда в приют. Отец ее пристрелил. Спасибо за праздник, Мирабель. Можете убирать со стола. Добрый день. Вы же Аглая Калинина? Нет. Я не могла обознаться. Аглая, это же вы. Да, простите. Я очень тороплюсь. Я кричать не буду, правда, чтобы не привлекать внимание. Но без селфи с вами я не уйду. Вы мой кумир и самая большая радость в жизни. Давайте обойдемся без фантазий. Я мужа встречаю, боюсь опоздать. Да нет никаких фантазий. У меня муж лежачий. 7 лет как уже. Все 7 лет. И все 7 лет я за ним ухаживаю. Сами понимаете, не сахар. Мужа сосной на лесоповале привалило. Иногда быть волком хочется. А когда включаешь вашу передачу, посмотришь, какая вы позитивная. Как говорите, что нужно верить в чудо, так веселее становится. Начинаю верить, что поднимется мой Костенька, и все будет хорошо. 5-ю операцию уже сделали. Нам очень повезло. Сам профессор Знаменский. Муж в больнице, а я вот пришла дочку встречать. А рейс задерживается. И тут вы. Ну, думаю, точно к удаче. Правда? Вы правда большая молодец, что держитесь. И муж ваш обязательно поднимется. Знаменский, это же величина мирового уровня. Пойдемте к окошечку, там и света больше, и народу поменьше. И сфотографируемся, да? Да. Подождите, я сейчас. Хорошо. На минутку. Точно свежий? А это вам. Да что вы, ну зачем нужно было деньги тратить? Ну я вас... Спасибо большое. А скажите что-нибудь моему Костеньке. Дорогой Константин, я от всего сердца желаю вам скорейшего выздоровления. Я надеюсь, что очень скоро... Ага. Вы с супругой обязательно придете ко мне в студию. Кость, ты слышал? Всего вам доброго. Мой муж уже... Спасибо вам большое. Наша Настенька Маслова скоро станет мамой. Настенька, ты кто? Я. С
Сколько вам лет? 23. Но не было у нас ничего. Угостил я ее чашкой кофе как-то раз. До дома даю столько. Только потому, что темно было. Она сказала ей, страшно было. Но хорошо. Поцеловались мы с ней 1-2 раза. Но от этого уж детей не бывает, ты же знаешь. Стоит. Я позволила себе его отпустить. У него жена ночью родила. Решила сама тебя встретить. Ты не поздороваешься? После долгой разлуки. А мальчик чудный. И чем-то на тебя похож. И Настенька замечательно выглядит. Правда, совсем не изменилась. Пожалуйста, перестань. Мне. Не отпущу тебя. Отпусти меня. Не отпущу тебя. Ты должна меня выслушать. В машине поговорим. Ответь мне только на один вопрос. Зачем ты солгал мне 7 лет назад? Боялся тебя потерять, потому что любил и люблю. То есть, все это время ты жил двойной жизнью, а я просто об этом не догадывалась. Не было никакой двойной жизни. Только деньги на сына, и это поездка раз в году. И все. И все. Под прикрытием телерынка. И все наши знакомые видели эту иллюзию? Нет. Я селил их отдельно, в Мужене. Но это было... Это просто общение. Скажи мне, мой благородный рыцарь, а в этом просто общении ты с ней спал? Давай поедем домой. Давай ты ответишь мне на вопрос. Зачем ты спрашиваешь, если ты знаешь ответ? Знаешь, самое омерзительное во всем этом, что я не могу с тобой развестись. Потому что для своего сына и для своей внучки я сразу стану чужой женщиной. Я люблю тебя, но я не могу ничего сделать. Я не могу отказаться от Федьки. Точно так же, как ты не можешь отказаться от Глеба. Мразь. Воспитывать. Все хорошо, малыш. Мама! Папа! Глеб! Ксюша! Бабушка, не кричи ты так. Ты хочешь меня сдать быстрее? Бабуль, не переживай. Глеб! Предлагаю вернуться к тебе. Тебе что говорила? А ты как тебя? Открываю. Переживала? Привет. Привет. А? Что случилось?
Что? Вы нас испугали. Что, довела бабушку, да? Может, меня впустишь? А, да, конечно, прости, проходи. Что происходит? А что происходит? Сначала звонит Ксюша, говорит, что ты без сознания. Потом дверь не открывайте. Кстати, где она? Дверь? Мама! Ксюша! А я здесь? Моя родная девочка! Привет! Я пошла к себе. Да? Ну иди. Извините, Нелла Дмитриевна, запаниковала напрасно. Ничего себе напрасно, что случилось. Бабуль, когда поговорите, сразу вернемся к тебе. Нет, моя дорогая. Глеб. Раскомандовалась. Сегодня прилетает дедушка, так что все... Все тусим здесь. А главное, продуктов навезла. Ну, уже не против? Да. Сама поехала за папой в аэропорт, а мы праздничный ужин готовим. Ну, поэтому как бы не открывали, я мясо отбивал. Вот, собрался. Так, хватит мне зубы заговаривать, что случилось? Мам, да, да ничего не случилось. Нес продукты, споткнулся, упал. Ксюша услышала грохот, побежала, где нож. Я притворился, что не дышу. Зачем? Хотел разыграть. Разыграл? Разыграл. Отлично. Да. Ма. У меня до сих пор тахикардия. Я представляю, каково Ксюша от твоего розыгрыша. Женщины мои любимые, ну простите, ну хотите, казните меня. Ага, казните. А что, я сама ужин готовить буду? Нет, ну мама же приехала. Поможет, да? Ладно, клоун, вставай с колена. Давайте показывайте, что помогает вам куховарить. Хорошо. Он хочет детей, а я нет. И у нас вечная ругань по этому поводу. Вечная. Привет. Здрасте. Здрасте. Мы разъехались, а там посмотрим. Не понимаю. Алекс замечательный. Почему ты не хочешь родить ему ребенка? А я, Маша, вообще не хочу детей. В смысле? Я даже к психотерапевту обращалась. За 500 баксов. Он сделал гениальное заключение, что это детская травма. Пойдем. Я часто вспоминаю встречу с матерью в тюрьме. Знаешь, что меня тогда убило? Что она не хотела ни прикоснуться ко мне, ни обнять. Почувствовать, что я ее, живая. Ну и хрен с ней. Ты за нас двоих справилась. Вон у тебя какая Иришка классная, замечательная. Да. Борька на ней помешан. А ты? И я. Ну вот, вам можно и позавидовать. Да, можно. Только чему? Потому что я вру. В смысле? Да, вру. Обнимаю Иришку, покупаю ей подарки, не сплю ночами, когда она болеет. Но делаю это все как робот. Мне не нужно было ее рожать. Я преступница. Что? Что ты мелешь? Я мелю правду. Просто устала, Машка. Устала. Да, я устала. Я устала притворяться, что я люблю Борю, что я люблю Иришку. Я устала изображать это счастье. Я не устала только от одного. Я не устала думать о Кате. О том, как она, где она, что она, что, как она себя чувствует. Может быть, она сейчас смеется, может быть, захлебывается слезами. А я ничего о ней не знаю. А мне никто, кроме нее, не нужен! Мне никто! Никто, 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 никто! Никто не нужен! Никто не нужен! Успокойся! 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 Ты перестал.
сторонница только в одном. Что до сих пор его любишь. Сказала. Ты слышала. Возьми трубку. Гостевой редактор, я об Атоме сестрой. Я из детдома, вы не забыли? Все, да, до встречи. Из ток-шоу звонили. Ну, не идиоты ли? Откуда у нас могут быть детские фотографии? Послушай, у Ирины Сергеевны были альбомы. Мы-то там точно есть. Я, правда, не знаю, сохранились ли они. Я туда не хожу, это Борина отчина. Мы когда ссоримся, он Иришку туда иногда забирает. Устраивает показательное выступление. Только зачем, не ясно. Давай сходим туда. Может, найдем что-то. Главное, чтобы соседка была дома. У нее есть запасные ключи. Ты собираешься вещи взять домой? Ты знаешь, я с удовольствием взяла бы их в свою прекрасную квартиру. Но дело в том, что я ее продала, если ты не забыл. И купила большой дом, чтобы в нем жила счастливая и дружная семья. А Настенька в мои планы не входила, как и твой ребенок. Я подлец? Да, я подлец, но я люблю тебя. Брэдбери, горячечный бред. Что мне мешало уйти к ней? Да, действительно. А что? Так нормально жить на две семьи очень комфортно и удобно. А, она звонит тебе. Наверное, хочет сказать, что доехала до дома. Я надеюсь, ты обеспечил их нормальными жилищными условиями. Это Ксюша. Да, моя хорошая. Денис, привет, с приездом. Ладно, отрывайтесь там друг от друга и домой. Праздничный ужин готов. Нелла Дмитриевна взяла основной удар на себя. Кстати, внучка ждет подарки от деда. Ой, если Аглая меня слышит, ее телефон дома забыла, когда продуктами стол закидывала. В общем, целуем и ждем. Целую, пока. Какие еще продукты? Качественные. Просто твоя жена встала сегодня в 6 часов утра и поехала на рынок, чтобы устроить прекрасный ужин для вернувшегося мужа. Я молодец! Ты молодец. Как соленый огурец! Да. Послушай, вещи нужно оставить здесь. Нет! Я скажу, что стиральная машинка сломалась, отдай! Привезли постирушки, постирушки. А, я надеюсь, что ты за семейными хлопотами не забыл купить внучке подарок, нет? Прошло. А кажется, целая жизнь. Здравствуй, Маша, да? 3-4. Здравствуй, привет, Маша! Привет, Маша! Привет, Маша! Мама Ира, я тебя люблю! Поиграем, да? Поиграем? Такая красивая. Но такая несчастная. Острый приступ астмы. Но ведь самолет Огнева приземлился в Батуми именно в этот вечер. Я наводил справки. Огнев улетел под утро. Я видела их. Твою маму и Огнева.
Машунь. Ты не знаешь, где могут альбомы здесь лежать? А то рыться в вещах Ирины Сергеевны как-то неудобно. Чувствую себя неловко. Ты смотри внизу, а я вверху. Ого, да тут до следующего года не разберешься. Так. Ай! Ничего не хватало убиться. Заставь дурака Богу молиться, ну честно. Дурак пришел тебе помогать. Точнее, дура. Теперь все это собирать. Так выброси это все к чертовой матери. Ты не забыла, где мы находимся? Ну, прости. Что тут? Ой, господи, какие все смешные. Моя любовь, моя жизнь. Еще не хватало аллергии на пыль заработать. Сегодня ты, Дима, пылизовался. Маш, смотри, Борька. Какой смешной, скажи. Наверное, первый класс. Так. Чувствую, что мы здесь уже совсем рядом. Смотри, что нашла. Наша с тобой фотография. Обхохочешься. Смотри, какие мы мелкие, классные, красивые. Смешные? Смешные. Маш, что это за листок? Не знаю, вроде письмо. Я прочла только первую фразу. Моя любовь. Подожди. Ты думаешь, это письмо Огневу? Я не знаю. Маш, я тоже не знаю, но мы же не собираемся читать чужие письма. Отдай, Маш. Отдай. Отдай, я сказала. Зачем? Я его порву и выброшу. Мы не имеем права копаться в ее чувствах. Отдай письмо. Маша, отдай письмо. Маша! Маша! Не смей! Открой! Это не твое, это нечестно, Маша! Моя любовь, моя жизнь. Сегодня ты демобилизовался. Ты даже не пришел проститься. Я узнала об этом от побегая. Прибежала на вокзал, ты уже заходил в вагон. Но мой крик остановил тебя. Как же я рыдала, умоляла тебя остаться. Мне было все равно, что на нас глазел весь вагон. И тебе было все равно. Хотя тебе давно было все равно. Как в тот день, когда умер Калинин. А я пришла к тебе и на коленях умоляла тебя остаться. Остаться вместе. Начать новую жизнь. Обещала родить тебе ребенка. Точно так же, как тогда безразлично сказал. Ира, ничего не поменялось. Прощай. И ушел. А я не могла тебя отпустить. Я целовала тебя. Я пыталась питать твой запах. Такой родной, такой любимый. Я обнимала тебя так крепко,
что тебе пришлось оттолкнуть меня. Другая бы на моем месте умерла бы от стыда. Но мне было все равно. Никогда не забуду, как ты безразлично зашел в вагон, как вагон тронулся, а я бежала за твоим вагоном и выкрикивала твое имя. Все выглядывали из окон, но только не ты. Потом я подскользнулась, упала, поднялась и снова побежала. Когда я выдохнулась, то просто остановилась. Я стояла и думала: нет, не о тебе. Я думала, какая бессмыслица в том, что я натворила. Зачем я убила твою Катю? Ведь ее не стало, а я так и не стала тебе нужна. А еще я думала, смотря в никуда, что бы ты сделал, если бы ты узнал об этом? Наверное, убил бы. И правильно бы сделал. Есть одно оправдание. Я люблю тебя и жить без тебя не могу.